Событие не самое масштабное, но имеющее поистине историческое значение для жителей деревни Никифорова и окрестностей. С пастырским визитом сюда прибыл епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, глава Балашихинской епархии, куда входит и Щелковский благочиннический округ. Это произошло в день памяти мученика Иоанна Воина, в честь которого в Никифорове начинается строительство православного храма. Так что для общины это престольный праздник. За возможность послужить в новом месте, в новом храме, который, даст Бог, будет большой, красивый, ну, может быть, не очень большой по месту, но обязательно будет. Мы с вами находимся на месте будущего строительства храма, и мы уже начали строить здесь, за моей спиной построен дом причта на пожертвование прихожан данной деревни, деревни Никифора и жителей города Щелково. В этом деревянном приходском доме и прошла архиерейская служба. Владыка Николай совершил первую божественную литургию и возглавил торжества по случаю престольного праздника. Тем самым благословил начало литургической жизни этого прихода. Ему сослужили благочинный Щелковского церковного округа протоиерей Андрей Ковальчук, настоятель храма священник Виталий Крикота и духовенство Щелковского благочиния. На совместную молитву пришли местные жители и все, кто почитает этого святого. Мученик Иоанн Воин – христианский святой, живший задолго до крещения Руси, в IV веке. Во времена гонений на христиан он помогал единоверцам и защищал их. Это наш любимый святой, небесный покровитель воинства, один из небесных покровителей воинства державы российской. В сложные времена у людей возникает не только возможность, но и обязанность молиться о том, чтобы эти сложные времена прошли, чтобы на нашей земле наступил мир, чтобы одержать победу над врагом, и чтобы все те, кто нам сегодня досаждают, они понимали, что правду Божию победить невозможно. Планы строительства храма в деревне Никифорово существуют с 2004 года. Разные обстоятельства мешали начать благое дело. Теперь все вопросы решены, и в этом году уже начнутся работы по устройству фундамента. Владыка Николай осветил место, выделенное под строительство храма мученика Иоанна Воина. Мы очень-очень рады. И службы архиерейские, они очень благодатные. Плюс это еще храмовый праздник, вот, престольный получается. Иоанн Воин, и вообще я очень его почитаю, защититель от нападения, от воров, от хищения. Община храма Иоанна Воина будет рада любой помощи в строительстве. Подробности можно узнать на сайте храма. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.